Ну что, дождались таки. Наконец-то у меня к вам прекрасное предложение сладкого завтрака. А будут это гренки с бананом, сыром и медом. Прекрасное начало дня. Для этого нам понадобится тостовый хлеб, банан, сыр, яйцо, сливочное масло, немного ванилина и мед. Итак, начнем. Берем яйцо и взбиваем его с солью, сахаром и ванилином. Так, добавляем немного молока. Так, теперь разберемся с бананом. Разминаем его вилочкой и добавляем туда тертый сыр. Ну и для яркого вкуса добавим мед. Без него никуда. Итак, как сказано в рецепте, дальше мы обрезаем корочку. Теперь выкладываем нашу смесь на один из тостов. Сверху кладем второй тост и, скажем так, зажимаем края. Ну что, жарить будем на сливочном масле. Итак, макаем наш сэндвич в яйцо и быстро-быстро обжариваем его на сковородке. Ну что ж, посмотрите, как здорово подрумянился наш тост. И я его уже готов принять на тарелку. Вдруг кому-то будет мало сладости, мы берем еще сахарную пудру и сверху посыпаем. Ну что, давайте пробовать. Заварите себе вкусный чай или кофе, и это будет прекрасным десертом на утро. Так сладко, я даже сам не ожидал. Вот именно важно не пересушить. Очень сладко и очень вкусно. Вот сейчас попался банан с сыром. Необычное сочетание, но очень и очень интересно. Надеюсь, у меня получилось вас удивить этим завтраком. Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. До новых встреч. С вами был Герман Титов.